Мата Хари. Блеск и нищета куртизанки. Маргарита Зелле появилась на свет в Нидерландах и до 30 лет жила, как все. Учеба, банкротство отца, развод родителей, смерть матери, неудачный брак, в котором родилось двое детей, смерть двухлетнего сына и, наконец, развод, после которого женщина оказалась в полной нищете. Впрочем, в последние годы жизни с мужем в Ост-Индии она увлеклась местными танцами. Это и определило ее судьбу. Выступления Мата Хари имели оглушительный успех. Однако привыкшей жить на широкую ногу женщине по-прежнему не хватало денег. Это и стало причиной того, что она начала работать сначала на германскую, а потом и на французскую разведку. На третьем году войны немцы, полагая, что от двойного агента пора избавляться, слили ее французам. Мата Хари была арестована в январе 1917-го и после 10-месячного следствия расстреляна в предместье Парижа.